Сегодня мы расскажем вам про малыша из Верхнеуральского детского дома Сергея Собердинова. 4-летний Сережа поступил в детский дом не так давно, 14 июня 2013 года. Его мама лишена родительских прав. И теперь обрести свою семью – его самая заветная мечта. Я очень хочу свою маму найти. То у меня была семья. Сережа очень добрый и ласковый мальчик. Любит общаться и играть со сверстниками. Очень артистичен. Принимал участие в съемке фильма и постановке танца «Ко дню воспитателя», где играл главную роль. С большим желанием посещает музыкальные занятия, занятия с логопедом и психологом. Несмотря на свой столь юный возраст, проявляет трудолюбие и чистоплотность. У Сергея есть любимые занятия, которые развивают творческий потенциал. Это рисование акварелью, карандашами, лепка из пластилина, аппликация из бумаги. Ну, Сергей у нас очень добрый, ласковый, отзывчивый ребенок. Всегда пребывает в хорошем настроении, посещает детский сад «Светлячок» с удовольствием. Недавно, хотя очень маленький, но снимался в фильме про детский дом «Ко дню воспитателя». Если вам понравился этот мальчик и вы хотите сделать его полноправным и счастливым членом своей семьи, вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства по телефону 222 95